Малая академия наук представляет. Всем привет! С вами программа «Школьное телевидение». У вас вообще появляется новогоднее настроение? Как у вас дела? Что у вас вообще в жизни происходит? Вот я, например, недавно отправила посылку для своей интернет-подруги, и у меня появилось новогоднее настроение, когда я выбирала, что ей положить туда. Вот. Интернет-подруги? Как вы познакомились? Вконтакте, в одном паблике. Паблике? Угу. А где она живет? Она живет в Краснодарском крае. Вы долго общаетесь? Мы общаемся уже год. А что ты ей отправила? Я отправила ей кружку, которая потом разбилась. Я очень сильно расстроилась из-за этого. Вот, я отправила ей торт, маршмеллоу, всякие вкусняшки и носки теплые. Хотя она живет на юге и... Будет странно отправлять носки, да? Да. Ну, за кружку очень досадно, а вот сладости это да. У тебя? Ну, у меня настроение появляется временами, то есть, когда я, не знаю, там, ну, собираю подарки для друзей, у меня прям такое-такое новогоднее настроение, прям хорошее. Прямо? Да, вот. А когда я прихожу в школу и вспоминаю, что нужно готовиться к экзаменам, такая, ну, хорошо, ладно. Новогоднее настроение, пока-пока. Вот. Так и разбивается, да? Мы с классом ездили в Байкальский бор. Вот там мы праздновали типа Новый год до школы, типа с одноклассниками. И много кто. Мы в автобусе очень веселились много. И вообще было очень весело. Там снега по колено на Байкале. Очень весело. Что вы делали там? Ну, играли, веселились на катакеле, на Байкале. Посещали некоторые экскурсии, вот и все. В нашей передаче вы увидите. Можно ли начать заниматься балетом, когда вы уже старше 12 лет? Как из куска глины создать произведение искусства? В рубрике «Хочу быть». И наш гость, инстаблогер, расскажет, как правильно распределить собственное время. Это и многое другое в нашем выпуске. Здравствуйте, с вами информационный выпуск «Новости-новости». Сегодня в студии Мария Тугарина и Роман Самбаров. 18 лет назад Конституцию Российской Федерации приняли путем народного голосования. До 2005 года этот день был выходным, теперь он считается просто памятным. Как отметили День Конституции в Малой Академии Наук и о каких правах человека знают школьники, узнаем в следующем сюжете. 12 декабря Россия ежегодно отмечает День Конституции. Это основной закон каждой страны. На что мы имеем право? А где наши права ограничиваются? Эти вопросы стали ключевыми на круглом столе в Малой Академии Наук. Главной целью и основными задачами нашего круглого стола является формирование уважения к заложенным в Конституции Российской Федерации базовым общечеловеческим ценностям. Также мы стремимся к тому, чтобы углубить знания по статьям Конституции. Чтобы хорошо разобраться в теме, ребята подготовили доклады и теперь отлично ориентируются в изученных вопросах. Например, история принятия Конституции, ее функции, а также личные права человека. Право на жизнь и свободу, все права, которые люди имеют с рождения, независимо от расы, от пола, социального положения и так далее. Обязанности, которые люди должны выполнять, также независимо от этих факторов. Все эти знания помогут участникам круглого стола успешно сдать единый государственный экзамен. Сандра Бутковская, Артем Шаханов, «Школьное телевидение». Юные ученые из 17 районов Республики Улан-Удэ исследовали природу, культуру и этнос Бурятии. Свои работы они представили в 5 номинациях. Тема каждой из них тесно связана с экологией. В каком конкурсе участвовали дети и какие работы они приготовили, увидел Тамир Дагданов. Тема моего доклада – «Волк – тотемное животное у бурятского народа». Региональный этап всероссийского конкурса «Моя малая родина. Природа, культура, этнос» собрал более 120 детей-исследователей. Конкурс проходит традиционно уже более 20 лет, наверное. Выбираем лучшие работы для того, чтобы
отправить детей, их работы уже на федеральный уровень. Участие приняли исследователи от 12 до 16 лет. Все они посвятили свои работы изучению и сохранению природы, культуры и этноса Бурятии. Моя тема работы называется «Алтаргана – символ Бурятии». Алтаргана – это известное в нашей Бурятии растение. Небольшое, но устойчивое к природным условиям растение, имеет мощную корневую систему. Наша работа посвящена исследованию одного из наиболее сложных видов археологических памятников Забайкалья – петроглифом. В своей работе мы провели мониторинг степени сохранности слоя краски, нанесенного на камни. К своим работам исследователи подошли серьезно. Ведь в 2012 и 2016 годах наши ребята взяли призовые места уже на федеральном уровне. Поэтому от Бурятии ждут сильные работы. Тамир Тагданов, Максим Махалов, школьное телевидение. Праздничная атмосфера витает повсюду. Все готовятся к встрече Нового года. И юные журналисты не остались в стороне. Начинающая художница Мария Власова провела мастер-класс по созданию открытки. Что вдохновило ребят и какие зимние сюжеты они выбрали, расскажет Сайжина Эрденеева. У юных журналистов сегодня необычное занятие. В преддверии Нового года они готовят праздничную открытку. Давайте узнаем, что у них получилось. Привет, Янжина. Что ты рисуешь? Я сейчас рисую новогоднюю открытку, новой техникой. Если честно, мне не нравится, как у меня получается. Создать своими руками подарок ребята решили с помощью акварельных красок, блесток и своей фантазии. Этот урок проходит в направлении в живописи а-ля прима. Это французская техника рисования по сырому. Здесь берется акварель, и она кладется на мокрый лист. Вот. А в обычном стиле там просто вы берете акварель, макаете кисточку в воду и начинаете рисовать. Для своей открытки ребята выбрали разные зимние сюжеты. Это и снегопад, новогодний лес, зима и многое другое. Вот такие интересные открытки получились у ребят. С наступающим Новым годом! Сайжина Эрденеева, Баир Батуев, школьное телевидение. Будьте в курсе всех событий. Смотрите новости. У нас все серьезно. А как вы вообще относитесь к танцам? Типа, считаете, сложно это легко? Вот. Мне кажется, это сложная дисциплина. А ты как считаешь? Я тоже считаю, что это сложно, потому что нужна хорошая гибкость и руководители постоянно тебя орут, потому что я занималась танцами 5 лет. 5 лет? Да. Я тоже занималась танцами 5 лет. И на самом деле, это, когда ты уже прошаренный в этом, это не так сложно для тебя. Вот самое крутое в танцах – это когда ты выходишь на сцену, танцуешь и получаешь гран-при. Гран-при – это вот наивысшая просто степень твоего мастерства. У меня есть сравнение. Я занимался музыкально-эстрадным театром. Мы там пели, танцевали, рассказывали историю. И, как по мне, танцевать, ловить ритм – это очень сложно. Для меня это проще было петь или рассказывать историю. Тебе? Вот когда вы выступаете на каком-то концерте, ты понимаешь, что если ты сейчас сделаешь какое-то неверное движение, то ты подведешь всю команду. И потом все будет очень плохо, и вы можете не занять там гран-при или какое-то место просто из-за того, что ты как-то что-то неправильно сделал. На самом деле в этом нет какого-то большого страха. Если ты умеешь выкрутиться на сцене, то в принципе типа это не считается как очень плохо. У нас так, Ольга Алексеевна, та, что нас учила, наш учитель, говорила так, мол, выкрутись, все будет нормально, тогда головы не полетят. Да. А вы гастролировали, по другим городам или странам? Нет. Просто мы ездили. А куда вы ездили? Во многие города и даже в другую страну. Куда вы ездили конкретно? Монголия, 2 раза в Иркутск, Новосибирск и Крым. О, это очень классно. Я занимался не так много, и я лишь успел посетить с нашим театром лишь Казань, и все. Ардан, как у тебя с растяжкой? Знаешь, все очень плохо. Я забросил ее еще бог знает когда. Но сегодня тебе предстоит это вспомнить, потому что мы будем заниматься балетом, но по отдельности, потому что мальчики и девочки занимаются отдельно. Хорошо, но после мы встретимся и узнаем, кто из нас лучше растянулся. Обязательно? Хорошо, удачи. Выкинь эту лунатию, Ардан. Стоп, что? Стоп, как это?
Арда, ну ты что же, как на коне? Я не умею делать. Вы эти не. Здесь ручка круглая, да, у нас? Круглая. Лопаточки опусти. Наверх вот это все надо тянуть. Ардан, спинку держим, спинку, поясницу. Да. Вот. Хорошо. Наверх. Подтянулись еще наверх. Наверх, наверх, расту. Куда, 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 Ардан? Все. Все, дальше не могу. Еще раз, раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, семь. Через лет 10 сядет. Да, спасибо. Да, 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 да. А как Паша? Ничего, вот поэтому у нас учится 8 лет. И вот в этом положении, да? Прыгать? Конечно. Спина. Выше, толкаемся наверх. Ага, шевелимся, да. Шевелимся, шевелимся. Вася, колени, колени. Между пятками стоят. И плечи вниз. Подтянулся Ардан. Давай, давай еще. Ох, молодец какой. Давай, давай, давай. Которая передо мной, она занимается 3 года. Мне кажется, даже за 3 года у меня такой растяжки не будет. Хочу сказать, что это было вообще нелегко. И девочки огромные молодцы, потому что иметь такую осанку, это не так уж и просто. Иметь такую растяжку, это сколько надо стараться. О, Ардан, молодец. Вася, смотри, лучше, чем ты делаешь, Ардан. Смотри, как здорово. Это занятие напомнило мне занятие из моего детства, когда я ходил на бальные танцы в 6 или в 5 лет, не помню. Очень ужасно. Очень ужасно больно. Раньше, когда я видела где-то балет или видела афишу, думаю, растяжка, обычный шпагат. Сейчас беру свои слова назад. Это далеко не так просто. И я бы не записалась на балет, я думаю, это не для меня. Но хотя, если вы хотите и постараться, то можно добиться такой растяжки. Мне сказали то, что это тренировка, только начало тренировки. И это еще не сама тренировка. И вот самое сложное то, что было, это когда нужно было встать на ноги в так. В так, да. Ой-ой-ой, да, не самые ноги. Мое отношение всегда было к балету, то, что я не хочу этим заниматься, потому что слишком сложно. Сейчас я в этом еще больше убедился, сейчас я понял, насколько это сложно. Какие были твои ожидания от балета? Что это такое? Ожидание было такое, что красивые потянутые девочки стоят в пачках, тянутся на станке. В принципе, мои ожидания оправдались. Они все красивые, потянутые, только без пачки. И, в принципе, это очень сложный вид искусства. Но мне понравилось это занятие, и у меня очень болит спина. А какие были твои ощущения? Знаешь, мои ожидания в целом были то, что мы придем, сделаем шпагат, попытаемся поднять ногу, не знаю, как это сказать, и вроде все, уже готовы танцевать, но нет. Меня жестоко ударили об реальность, я понял, стал серьезным. Теперь у меня все тело болит, на завтра я просто не встану. Балет – это не только красивое искусство, это жесткая дисциплина, железные нервы и хорошая растяжка. А еще это очень тяжелый труд, поэтому каждый раз, когда вы видите артистов балета, проникайтесь уважением. Я любила из лего, когда был младше, я любил делать из лего всякие поделки, самолеты, корабли. И я самое крутое, что я сделал, это был очень-очень большой корабль, в сантиметров 30. И у меня было очень много лего, и оно все скопилось. Оставшиеся поделки я разобрал и сделал этот корабль. И куда ты его делал потом? Я говорю, что когда был младше, потому что ко мне приехали родственники, и они типа съемная квартира, и они не жили с нами. И мой брат попросил на один день, я ему до последнего не отдавал. Но потом мама сказала, ты, это твой младший, ты должен с ним делиться. Я ему дал, следующее утро я к ним прихожу, и там просто на полу вот так все разбросано, и я после этого ничего не делаю из лего. У меня такой осадок.
А ты как относишься к подделкам? Я не люблю делать никакие подделки, оригами и так далее, потому что это слишком долго, много времени занимает, слишком долго, все это щепетильно, мне это не нравится. Я люблю, я не люблю сидеть. Не люблю сидеть на одном месте часами. Вот, но зато, кстати, моя сестра делает очень красивые всякие поделки из пластилина, вот. А сколько ей лет? Ей 11. Не знаю. Стоимое занятие. А это какой класс? Неважно. А ты? А, ну, в общем-то, я недавно была на съемках, посвященных гончарному мастерству. И это круто. Это очень круто. Ты просто берешь глину, мочишь ее, и она такая приятная, холодненькая, кайфуешь. А что ты делала? Я делала тарелочку. Как вышел? Вроде бы красиво, в виде сердечка. Ты ее потом себе забрала? Нет. Ее набрали, да? Мои искусства. Да, нам их не отдали. Но они там оставались на просушку, а сейчас я не знаю, где они. А знаете, почему мы сегодня так выглядим? Все потому, что мы работали вот этими вот руками и даже сделали чашку любви. Так, сбоку отщипываем небольшой кусочек, держи. Клеимся немножко подальше от центра, поставила руки и потихонечку тоже про себя считаешь. Раз, два, три, четыре и вот до самого центра. Ага, понятно. Теперь берешь глинку и мы начинаем, да, ладошки, смотри, не пальчиками, а ладошками начинаем настукивать на все вот эти ямочки, трещинки, да, нам надо сделать. А если вот не из круга, и там из квадрата делать? А его сложнее собрать в конус. Вот по тому, как кто работает с глиной, видно, какой у человека характер. Тут видно, что человек поспокойнее, тут наоборот. Молодец. Теперь нам надо его еще получше закрепить. Для этого мы будем настукивать половинкой ладошки и ребром. Да, и смотри, мы будем делать не вот так, а вот так. Так, теперь двумя руками возьмись и покачай. Хорошо? Крепенько. Крепенько, да? Вот смотри, принцип какой. Чтобы вот так вот не болтало, а чтобы ровненько было все, правая рука ложится раз, левая рука ложится два. И ты начинаешь поджимать вовнутрь и вести руки наверх. Вот так. Только с той лишь разницей, что правая у тебя, смотри, давит, 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 давит. Остановилась вот здесь, а левая давит, 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 давит. И вот до сюда приезжает, давит. Не бойся. Чего бояться? Не бойся. Ой. Не бойся. Правая рука на глине, левая сверху. Локти не висят, правая особенно. И начинаешь вот этим вот местом левой руки давить вниз. То есть четкое движение, вот оно. Чувствуешь, твои руки качают? Угу. Вот, значит, центровка неправильно сделана. Поехали наверх. Вот тут то же самое. Я знаю. Это очень ощутимо, кстати, когда центровка сделана неправильно. А вот как вы пришли к такой профессии? Так это же так классно, ты же сама видишь. Это очень сложно. Сложно? Ну, я думаю, что... Пропускаем. Да. Я не знаю, у меня всегда было стремление с детства, там, не с детства, именно создавать художественный образ. То есть там это и рисунок, там, и шитье, и вышивка, чего я только не пробовала на самом деле. Ну вот в керамике, скажем так, сошлись все пути. Теперь мы делаем прокол, смотри. Работает большой палец левой руки, указательный правой. Руки не болтают, не болтают. Заводишь сейчас примерно на ноготь, не дальше. А какими качествами должен обладать человек, чтобы стать гончаром? Гончаром. Керамистом? Да, керамистом. Ну, это, я не знаю... Помимо мышц. А помимо мышц? Да. Не надо забывать о том, что, естественно, мы работаем с людьми. То есть, конечно же, доброта, человечность, глина – живой материал. Поэтому тут без, как бы, без человеческого отношения никуда. А вот в 21 веке вся посуда делается на каких-то заводах. Вообще есть ли какой-то, наверное, смысл работать гончаром, именно вручную все это делать? Это все равно, что, чтобы задать вопрос, есть ли смысл в профессии художник, например. А-а-а. Если бы у нас, например, в мире были бы все одинаковые черные дома, все бы носили одинаково черные футболки, все бы ходили с одинаковыми прическами, было бы разве в мире интересно? Ой, это похоже на вулкан какой-то. Ну вот, соответственно, профессия керамиста, который делает посуду ручной работы, и кроме того, и людям помогает учиться ее делать, я считаю, что она востребована.
Я считаю, что она нужна. Люди к нам приходят не только за посудой делать, а и получать эмоции, расслабляться, втягиваться в творческий процесс, развивать свои таланты, развивать в себе творческий потенциал. Детям очень полезно заниматься, развивать мелкую моторику, фантазию. А мы сейчас что делаем? Мы обрезаем низ, чтобы ножка красивая была. И мы делаем четко раз на нее, не под нее, а на нее. Да, что мы делаем? Собираем слой жидкой глины. А, точно. Чтобы наша чашечка сохла быстрее. А давайте посмотрим, чтобы сердечко было. Ну вот, я тебе и сделала сердечко. Ё-моё. Сейчас. Ну, некоторые на себя делают. И лучше было держаться ближе. Yes. Молодец. Давай, ниточка. Пошли. Давай. Yes, молодец. Пошли, горшочек, чашечка. Оп, вот так. Все, поздравляю вас, девушка, с дебютом. Так, все, девчонки, помогаем мне прибираться. Это очень весело. Это очень затягивает и очень весело. Прошло, наверное, уже час-полтора, а мы даже этого не заметили. Ну, сам процесс, когда ты с глиной контактируешь. Самое сложное, наверное, было это делать форму из глины, потому что глина тяжелая. Самым легким, наверное, было вот делать вот так. Да, я теперь загорелась, по-моему, этой идеей, потому что я могу сделать какую-нибудь красивую, классную штукенцию и продать ее за много миллионов долларов. Но почему нет? Всем привет! Сегодня в нашей рубрике «Гость» мы будем задавать вопросы инстаблогеру и тайм-менеджеру. И давайте посмотрим, что из этого выйдет. Здравствуйте! Как вам пришла идея стать блогером? Здравствуйте! Мне пришла идея стать блогером, она пришла сама по себе, потому что... Ну, он тогда только развивался, Инстаграм, у меня не было задачи и не было такой профессии, даже прям такой блогер, да. Просто... Я была дома, сидела дома с детьми и начала сама снимать сторисы. Я открыла свою страницу тогда, когда захотела выиграть iPhone. Первое, что я сделала, я с закрытой странички аккаунта перешла в открытую страничку аккаунта. Ну, буквально за 3-4 месяца примерно набрала, ну, плюс где-то 500 было у меня подписчиков. У вас более 20 тысяч подписчиков. Вы чувствуете какую-либо ответственность перед ними? Ну, конечно. За каждый пост, за каждый сторис, конечно, я очень много себе не позволяю, например, ну, материться, грубо говоря, да, например. Я понимаю, что меня смотрят и не только люди старше меня, но и младше меня, ну и вообще, в принципе, показывать какую-то свою, как бы, свое непонятное поведение, но это просто неприлично. А вот ваши советы насчет улучшения продуктивности, иные советы, это ваш личный опыт или то, что передается из поколения в поколение? Ну, это и личный опыт, и из поколения в поколение, и учеба, которую я постоянно прохожу. Училась также еще заочно на психолога, сейчас закончила курсы в БГУ, вот, переквалифицировалась. Вот. Ну и, конечно, заочное всегда обучение и развитие. А вот какие бы советы вы могли дать именно нам, школьникам? Вам, школьникам, наверное, я бы дала, что вы должны развиваться не только по школьной программе, но и развиваться в тех отраслях, которые вам нравятся. Почему вам не стать открытыми, не начинать уже прокачивать свой личный бренд? Это важно. И не только, например, для блогеров, это и важно, когда вы пойдете устраиваться куда-то на работу. Да, вы устраиваетесь на работу, обычно прямо вот так и говорят, скиньте свою ссылку ВКонтакте, Инстаграм, все. Там, в принципе, все понятно будет по человеку, подходит такой человек, ну, к такой-то компании или не подходит. По вашей странице видно, что вам очень нравится вести свой блог, и для вас профессия блогера – это как бы работа или стиль жизни? Ну, уже, наверное, как стиль жизни. Я уже не знаю, как это... целый день не снимать сторис. Спасибо вам большое за такое информативное и интересное интервью. И напоследок, какие бы пожелания вы могли бы дать нашим телезрителям? Ну, наверное, это открыться всему новому, всему, что сейчас происходит, да. Мир Инстаграма, он развивается, мир Ютуба, кстати, у нас еще в Бурятии не зашел, поэтому ниш очень много, и каждому надо открыться к чему-то новому и идти в ногу со временем. –
Дорогие друзья, до Нового года осталась неделя, поэтому поднимайте свое новогоднее настроение, а главное, будьте активными, будьте позитивными. Смотрите нас на телеканале ТВКом каждые выходные. Подписывайтесь на все наши соцсети, YouTube-канал, Instagram, группа ВКонтакте. И всем пока!